Ухаживать за растениями не только любимое занятие Елены Рыжковой, но и ее работа, приносящая девушке, у которой есть проблемы со здоровьем, ежемесячный доход. Лена по специальности цветовод. Сейчас она работает в теплицах, а вот в теплое время года ее можно встретить на армавирских клумбах. Облагораживанием города занимается и Дмитрий Чернигин, тоже цветовод по специальности. Сейчас Дима, как и Лена, работает в теплице. Хорошо тут работать. Я так... Особенно поню там, смеси готовлю. Вот это мне нравится. Дима старательно ухаживает за всеми растениями в теплице. Но среди них у юноши есть любимчики. Мне нравится ухаживать за сокраменом. Они очень красивые. Свою работу наши герои получили через Центр занятости населения города. Впрочем, не только они. В 2014 году были трудоустроены 200 армавирцев с ограничениями здоровья. Возможным это стало благодаря действию различных программ, в том числе и программе по созданию рабочих мест для инвалидов. Работодатель при приеме на работу инвалида имеет возможность создать новое рабочее место или оснастить, модернизировать старое рабочее место за счет государственных средств. Вот и 15-й год, в общем-то, мы уже видим сегодня, что программа эта продолжена, нам выделены деньги, таких рабочих мест будет создано порядка 20. В среднем каждый работодатель может рассчитывать на сумму 72 тысячи. Оборудование, купленное за государственные деньги, остается у работодателя навсегда. Кстати, приобретено оно было и для героев нашего сюжета. Для Елены Рыжковой купили мини-трактор, а для Дмитрия Чернигина – кусторез и газонокосилку. Дарья Топчева, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира».